зеленый жилет. Много видео, но что-то вот такое. Медный полностью теплообменник, как работает. Снаружи, да, это все сушение. Есть готовое поступает на стол горения. Можно горение. Она раскручивается до 10 тысяч оборотов. Смешивает, соответственно, смесь. Поступает на стол горения. Электроды поджигают. Контролируют. Ну, низкий стол горения, где-то полмиллиметра. Соответственно, есть такое небольшое расстояние, модуляция 10 сантиметров, есть, да, есть модуляция порядка 2 сантиметров, за счет того, что корпус есть из меди, очень быстрая теплопередача, шумогарные трубы порядка 3 сантиметров, соответственно, у него снижение коэффициента полезного действия за сезон не больше 4% происходит. Турбулизаторы встроены, перебили? Турбулизаторы там все внутри стоят, да. Есть турбулизаторы, змеи для второго контура, для ГВС. Соответственно, не датчик протока, а температурный датчик установлен. При снижении температуры до 30 градусов, соответственно, четырехходовой перекрывает отопление и работает чисто на подготовке горячей воды. За счет того, что змеевик очень длинный, порядка 20 метров, змеевик, соответственно, как бы у вас при приеме душа нет ощущения по просадке по воде. И контрастный душ отсутствует. Отсутствует. И получается, что в нем всегда, я так понимаю, ввиду того, что датчик температуры, всегда подогреты вот эти 20 метров змеевика. Теперь нам сказать, температурный режим такой котла? Не просто подогрет, а перегрет. И мы потом еще смешиваем. Почему ты вот проблема качества, которая вам не качество имеется в виду температурное качество. Нет, я не просто задал вопрос, так. Какая температура котла рабочая для каких систем отопления, с каким графиком? Может работать, соответственно, как основной контур теплого пола, когда будет температура на через 4-ходовой выдаваться 40-45 градусов, но это вы как бы сами устанавливаете уже ее, да? Либо 40, либо 45, либо еще ниже. Система отопления работает до 85 градусов. Получается, когда горячую воду мы не разбираем, у нас в этой трубке все-таки 85 набираем. Да. Именно так. Почему? Наоборот, антилегионеллы. Это все понятно. Ну, нет, температуру я могу. 4 градусов. Могу температуру опустить, не вопрос. Да. В общем, это решается количеством батарей, да? Решается тем, что я в программаторе настройками уменьшаю. Но все равно же, если требуется ГВС, ну, образно, завышенное там. 70 градусов. Ой, не ГВС, отопление. 70 градусов, оно и здесь будет. Я могу 60 поставить. Я говорю про заводскую установку. Заводская установка 8. Сколько у него, допустим, на 12 киловатт? Нету 12 киловатт. От 25 киловатт 190 тысяч. Вся группа безопасности. Вот его, и он может стоять целым. Да? Контроллер в комплекте, вся электроника в комплекте, вся группа безопасности на нем. Бак расширения нету, да? Есть. Там, в нем? На нем же бак расширения. Просто его здесь нет. Да. Да. Необычно. Вот интересно. Труба коаксиальная, нет? Труба может быть и коаксиальная, и, соответственно, как бы, может быть, и фильтр туда можно будет поставить. Да? Фильтр. В комплекте идет фильтр воздушный. Если это не коаксиальный, а кто-то там расставляет, то сколько живет вот таких оборотов турбина? У него заявленный ресурс 20 лет. Котла. Mm-hmm.
Нет, это при условии обслуживания. Естественно, а любой там подшипники, это шариковые, да, качение, не скольжение, качение, 3,5 тысячи часов. Здесь качение 20 тысяч часов. Ну просто я знаю, почему это ремонтировать или снизить. А как же по, скажем так, шумовому? Подшипники шарик? Все оборудование, которое на нем установлено, это завода Фриски. Не там не 99%, все 100%. Обычно Вилла выпускает для Фриски. Инжиниринговый отдел Фриски контролирует все запчасти, которые в нем внутри установлены, все электроники, которая в нем стоит. Гарантия, если на Виллу вы пойдете брать, то вам дадут, ну, продадут Виллу с 2-летней гарантией. Фриски 5 лет гарантию дают. Вилла европейская или российская? Европейская, естественно. Завод во Франции. В России они что-то начали стать так плохо делать, и они 2 года не разваливаются. Завод во Франции. Я им хотел же это, пойти на плевательную душу, что ли, я что-то знаю. Здесь очень надежно, очень качественно. Они заменили медно-графитовые втулки и молочную, заменили на графит, который ковыряется руками. Через 2 года он раздалбливается, получается дисбаланс, но вот это строя. Они вот сколько нас приезжают, говорят, ребята, ну что вы, возьмите европейское, чем из российского? Понятно, через 2 года мы его выделим, у нас 14 лет, а у них, у них оборот, им хорошо. Наплевать. Опять же, вам есть на чем поработать.